Здравствуйте, друзья. Это сад Железова, участок номером 3. От последнего хозяина в 2015 году, который продал мне этот участок, досталась теплица. Долго шла война. Вон, видите, помидоры? Видите? Вон помидор. Это тихий ужас. Бесценная земля. Война. Это самая такая... Женщинам подавай помидоры, мне подавай персики. Вот он компромисс. Такие компромиссы мы, мужики, знаем. Вот. И нам с огромным трудом приходится отвоевывать себе землю бесценную. Ну, в стране для нас земли нет, но это отдельная тема, как-то поговорим. Вот. И уже говорили, еще поговорим. А пока давайте так, сейчас... Когда-то были у меня фильмы 3-4-часовые, это было 10-15 лет назад. Они все есть в интернете, но количество просмотров там тысячи и десятки тысяч, а несколько штук, даже сотни тысяч, несмотря на длину. Что замечено в последние годы? Фильмов просмотров становится меньше, и такая тенденция. Чем короче фильм, тем больше просмотров. Вот тогда... Мы с братом решили, сделаем покороче. Вот. Короткая тема, это, сняли, идем дальше. Жаль только, что когда появляются новые фильмы, старые фильмы уходят на второй план, и их уже не видно. А то я бы мог их делать по 5-10 в день. У меня тема бесконечная. Ну, давайте. Итак, персик хасанский. Вот, персик непривитый. Значит, плоды крупнее... чем даже у привитых, но те, которые у меня растут на открытом воздухе, то есть без утепления и без этого, без крыши над головой. Значит, и одна из интересных моих наблюдений и открытий в относительном комфорте персики становятся просто крупнее. Это у них заложено в генной памяти. Климат жестче, персики становятся мельче, климат мягче, персики больше. Вот. Особенность этой теплицы, видите, 16 форточек. Это плюс огромный именно для персика, потому что современные теплицы, те поликарбонатные, с затемненными матовыми стеклами, вот, это гадюшники. У них... В большинстве нет ни форточек, ни промок, ни съемных, ничего нет. Итак, персик. Значит, ему где-то 4 года. Вот, он сильно подмерзал, потому что с него каждый год, видите, берется огромное количество. Фактически, учитывая, что он чуть тут теплее, чем на улице, и он умудряется не замерзнуть, с него снимаются практически все ветки прироста последнего года. Посмотрите, что от него останется, а то бы он давно заполнил бы половину теплицы. Вот. Ну, а теперь главное, вот. А есть ли от него польза? Ну, с него уже несколько десяток плодов снято, вернее, их никто не снимал, они просто падают. Если я стряхану, они упадут все. Падали они там, где было посветлее, отрывались. Вот давайте посмотрим на них. Вот видите, просто он закрыт от солнца, поэтому еще не упал. Ох, второй. Третий. Ну и... Ага, вон отсюда вижу. Четвертый, пятый. Уже штуками считаю, потому что дерево еще маленькое. Вот. Птица бедная бьется. Порточек много, улететь не может. И, наконец, в основном они вот тут остались. Посмотрите, красота какая. Видели? Вот и вот. Вот. Ну и там немножко. И там немножко. В основном вот здесь вот. Да, они спелые, их только тронь, и не упадут. Но так как я их предназначаю не так на еду, как на косточки, вот, у меня еще несколько таких деревьев, поэтому мы фактически
На еду нам хватает, поэтому большинство просто сгнивает, падает, портится. Но главная косточка, косточка — это 100 рублей. Вот. И мой сад дублер Чернобаева, там их, это, он укрывает на зиму под еловым лапником, под сосновым лапником, и у него их там примерно в 2 раз больше, чем у меня. Но я все равно считаю их своими, так как у него деревья персиковые, это бывшие мои черенки. Вот познакомил вас. Может быть, снять один, да, показать внутри. Давайте. Давайте. Ну, это персики 40-50 грамм. Ну, это, на Украине они гораздо больше, потому что там теплее. Вот, смотрите. И как вы думаете, он вкусный или невкусный? Ну, с одного раза. У меня уже полный рост у них, хотя я уже ими наелся. Не пропадать за добро. Значит, я пару раз покупал персики на рынке. Месяц-два назад, южные. Уже не выдержал. Своих-то еще долго ждать было. Уже не выдержу, беру и покупаю. Первый пробую, плююсь, потом отдаю другим, говорю, ну, может, вы съедите, а? Вот такая история. Персик хасанский — это лично мое достижение. Я обнаружил в поселке Сизая. Вот, после страшной зимы, замерзшее дерево. Вот такую веточку я смог добыть. Теперь их тысячи по всей России. Урожаи предельные. Вот. Ну и что вас ждет? Насчет этих же скотчей, еще раз говорю. У меня здесь нет ни одного привитого персика в теплице. Вот. Один когда-то пробовал, но он зачах. Потом привит был на абрикос. И зачах. Мне сейчас привитый на абрикос, шикарный персик. Но это будет другой роман. Помните условия? Короткие фильмы, иначе вы долго смотреть не можете. Это уже я вынужден с этим считаться. Вот. Ну, о происхождении персика я не раз говорил. Ну, вот, чуть не сказал, извините за короткий фильм. До свидания, друзья. Значит, косточки 100 рублей. Это они того стоят. Вот. Это всего лишь 100 рублей. Это две зажигалки стоят, да? А, полпачки. Неполная пачка сигарет. Вы чувствуете? Вот. Ну, а как сходить, я вас учил. Как с ними обращаться. И вот они веточки. Которые тоже будут продаваться зимою. Качество черенков до прививку. До свидания, друзья. Посмотрели. Вот. Значит. И забыл вас предупредить, что хорошо бы мой фильм смотреть с валидолом. До свидания.